Дорогие друзья, всем привет! Сегодня 16 апреля 2015 года, и мы здесь в составе бригады, состоящей из сотрудников Казанского геодезической организации, провели комплекс мероприятий по геодезическому проектированию на земельном участке, на котором предполагается строительство экотехнопарка Skyway. Было забито 14 геодезических знаков, получены спутниковые данные, которые теперь помещаются в кадастровый паспорт проекта, на основании которого и готовится договор к подписанию по этому земельному участку. Подготовка договора займет ориентировочно 3-4 недели, за которые также нами будут произведены инженерно-геологические изыскания для подготовки уже строительного паспорта объекта, после которого мы можем приступить к тому, чего мы так все долго ждем, это непосредственно стройки на земельном участке. Также хотел сказать, что сегодня замечательный день, это день рождения нашего руководителя, основателя проекта Анатолия Живицкого. Мне кажется, очень знаменательно то, что сотрудники компании, его сотрудники и ваши сотрудники встречают этот день именно здесь, на этом земельном участке. Ну и завершение маленького репортажа. Строй Skyway, спасай планету!